улицу в магазин. Прохожу через вход мимо кассы, которая навевает приятные воспоминания. Беру тележку, прохожу к полкам и тут там понимаю, ничего не было. Ну ладно. Майни и Лентяйка вновь с вами. Привет. Привет. Сегодня у нас видос от Мартлиады. Называется он «Новогодний спешл. Бумага». Поэтому новогоднее настроение все еще продолжается. Да. Новогодний спешл. Спешл. Как-то сижу 31 декабря. Хорошо так, уютно. Окно открыл, за окном хлопья снега, точно смешал. Что-то холод нагонишь. Так бабушки говорят обычно. В окно никто не залетает. Горло простудишь. Навиваются приятные воспоминания. Из окна прохладой веет, но мне норм весна. Мне уютный свитер из катуши, навивающий приятные воспоминания. Ёлку украшает моя любимая коллекция волшебных шаров, навивая приятные воспоминания. Ну и решил, надо как-то отпраздновать подготовку к празднику. Неплохо. Отпраздновать подготовку к празднику, это... Nice. Я такой, опа, джин, сейчас загадаю желание. Но силуэт такой оформляется во что-то похожее на средневекового министреля. И такой, да-да, я теперь джин, но стопэ. Желания не умею, но могу рассказать историю за косарь. Я такой, за косарь. Как всегда. Вот еще это. Затолкал его обратно в бутылку, но как бы отпраздновать-то хочется. Пошел на улицу в магазин. Прохожу через вход мимо кассы, которая навевает приятные воспоминания. Беру тележку, прохожу к полу. Там понимаем, ничего не было. Ну ладно. Приятные воспоминания не оставили места в памяти на важные вещи. Я забыл, как пользоваться магазином. Но я такой не растерялся. Спросил у человека какого-то. Он такой, да просто в тележку клади все, что нужно. Я такой, но сюда не поместится все, что нужно. Он такой, ну что поместится, клади, что ты тупишь. Но я такой положил самое нужное в жизни себя в тележку. И тут вроде приятные воспоминания, но вспомнил, что это значит, что я не крутой, но и стыдно. Стал стыдливо катиться. Зашквар просто. Выход, уже готовлюсь вылезти из тележки. И тут директор магазина такой: эй, он что-то вывозит в тележке, не заплатив. Я такой, ну это я не должен платить, чтобы обладать самим собой. Он такой, да, рабочей силой и личным временем. Воровство еще ладно, но теперь он критикует всю систему. Охрана, взять его. Без вообще. На меня двух качков таких. Тоже типа навевает вас. Офигеть, у них охрана, конечно, вообще. Качки какие-то. У нас охрана обычно какие-то... Бичи. Или жирные мужики, или... Или вот такие вот женщины. Вот такие вот худенькие, где-то вот так, чтобы... Хотя бывают такие женщины, что похлеще, чем мужики. Ну все равно, что они, блин, охраняют в магазине? У меня вопрос. Женщины? Да. А если женщина такая прям... То, мне кажется, это надежнее, чем любой другой мужик. Женщина все это на место поставит, скажет: а ну, блядь, убрался отсюда. Дебил. Вспоминания. Я такой начинаю от них убегать прямо в тележке, так как не успел вылезти, такой по снегу в тележке качусь. И как бы фактически класс. По крутой. Воде на неподходящем, нетипичном транспорте навевает приятные воспоминания. Убегаю, да. Такой в лес, охранники за мной, они такие: стой, или мы будем стрелять. Я такой: эй, вы охранники в супермаркете, у вас вообще не должно быть огнестрельного оружия. Они такие: да, поэтому мы будем стрелять из змееметов, ядовитых змееметов. Я такой, опять воспоминания приятные, но ситуация-то страшная. Я такой: что за фигня? Кричу так пафосно нараспев аж: фигня! И тут на дереве птицы такие: слы, фигня, это твои певческие навыки. Я такой: да чё вы докопались, но спасибо, навевайте приятные воспоминания. Ну и короче, охранники стреляют, змея летит, попадает, но ничего не происходит, потому что я на самом деле неуязвимый для яда вампир в костюме меня, а настоящий я в 12-мерном пространстве праздную тройной Новый год, потому что там сразу три измерения времени, а вас с одинарным. Самое лучшее поздравление Нового года в жизни. Да, я вообще чуть не поняла немножко концовку, потом такая... Ладно. Тебя с одинарным Новым годом. И тебя. И вас с одинарным Новым годом. Вообще счастья, здоровья. Всего самого наилучшего и хорошего. И чтобы ваши мечты и планы на Новый год сбывались. Да, потому что... Вообще, достигать того, чего вы хотите, это самое важное. Найдите себя, это тоже важно. И спите ночью, а не как мы, два десика. Сколько сейчас времени? Ой, спать хочу! Час 20 минут 10 утра. Чтобы вы понимали, мы не спали ночью, вообще не спали. И... Я очень свежий, да? Посмотрите на это. Самый свежий в этой школе, это факт. Это самый дикий, самый свежий. Самый дикий, самый свежий. Я даже всех не помню. Я тоже. Также, ребята, ссылка на оригинал в описании. Также у нас есть Амина, на него тоже ссылка в описании. Это наш, это бесплатно.
это на всякий телефон, и без VPN ты с Украины, поэтому пользуйтесь Амина, там наша, там нам рисуют рисуночки, там мы делаем всякие посты, общаемся с людьми в голосовых чатах, короче, прикольно. И, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я там вас пролайкаю, а если ваш аккаунт интересный, я подпишусь на вас взаимно, и добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, я всех добавляю. Да! Жова, не дала, кстати, тем. Всем удачи, ребят, всем пока. Пока.